прошлой нашей программе мы заявили материал исследования о гопниках. И мы сдерживаем свое слово и показываем его сейчас. Семьдесят лет мы строили общество социальной справедливости и равных возможностей. Со школьной скамьи нас учили тому элементарному, на чем основывалась наша наука история, что все богатые – сволочи, а бедные – все гегемоны. Загнанные убогостью и бессмысленностью своего существования в тупик, подростки, надев широкие штаны и обрив затылки, стали по-своему, грабежом и насилием восстанавливать социальную справедливость. Возникшая вчера армия подростков уже сегодня стремится взять свой реванш. Ну, а зачем ты едешь в Москву? Твои ребята. Ну, допустим, осень, зима. У кого-то нет, допустим, Аляски. Кому что-то нужно. Двое-трое едут за компанию, просто вдруг там удастся там на халяву тоже что-то. Кроссовки там. Не обязательно себе носить, там продать, там день. Ну, в общем, едут для чего-то. Ты первый раз поехал за компанию или конкретно? У тебя же была цель? Первый раз поехал за компанию. И в этой компанийской поездке ты уже кое-что получил, да, наверное? Да, спортсмен, то есть. Ты сам его снимал? Нет, я принимал участие. А как себя вела жертва, не помнишь? Сейчас. Да никак, его отвели, по-моему, в туалет. Он там снял себе олимпийку, потом трико. Ему один из наших дал свое. Ну, вы их просто им что-то даете, да, в принципе? Ну да, взамен. То есть бывает так, что с себя что-то. Ну, если на тебе что-то лучше, ты, конечно, ему не отдашь. Ну, то есть он голым не пойдет, потому что если он пойдет, это до первого мента. Желание иметь эту вещь побеждает. Свое правосудие широкоштанники вершат в темных подворотнях и лесопарках, что сводит шансы жертвы практически к нулю. Основным местом сбора гопников является Казанский вокзал. А вы знаете, кто такие гопники? Знаем. Что вы знаете о них? Бегают, дерутся. Куда бегают? Ну куда? У нас бегают в соседний район. А вот которые приезжают в Москву, грабят москвичей, знаете так? Нет. Передача до 16 старше. А зачем приехали в Москву? Я что? Посмотреть город. На сколько дней приехал? Не знаю. Сколько тебе лет? 16. А знаешь, что такие гопники? А? Что такие гопники? Знаю. Ты к ним не относишься? Нет. У тебя есть друзья гопники? Есть. Как ты вообще оценишь гопничество? Как ты к нему относишься? Неплохо. Ну за что вы попали сюда, ребята? 146-я, часть 2-я. Конкретнее? За грабеж. Грабеж? А рассказать можешь? Как вы с ножом ограбили. Кого? Парня 22-летнего. Как это было? Где? Зашли в электричку. Да. Постояли, когда двери закроются. Пошли гулять по электричке. Поймали. Ну как, сидел, книжку читал. Отвели в тамбур. Приставили нож, раздели, вот и все. Почему его? И именно его. Ну, книжку читал, сидел, никого не трогал. Ну, попался он уж. Попался другой, по другого раздел. Да. Мы не выбираем жертву. А что выбираете? А? Одежду. Двое грабили? Нет, 9 человек у нас было. Школу закончил только, да? 8 классов. А дальше как хотел жить? А я не знаю. О будущем не думали. Это гопники. Это гопники. Почему они сюда едут? Может быть, какая-то ненависть. Они бравируют тем, что вот мы приедем, мы ваших тут всех вот там порежем, побиваем, пограбим. Вот вы будете нас еще знать. Нет, я не думаю, что это какого-то недомыслия. Мне кажется, это вот какие-то более глубокие причины заложены в этом. Начавшись во второй половине 80-х со стихийных набегов, гопничество приобрело организованный характер, контролируемых определенными силами подростковых группировок. Журнал «Огонек» опубликовал данные исследователей, которые утверждают, что через руки подростков в результате групповых грабежей проходит до 1 000 000 000 рублей. Почему вообще у тебя возникает такое желание вот раздеть, а не заработать? Пытался когда-либо вообще заработать? Да, пытался. Я никак пытался, я зарабатывал. Я работал после школы на заводе.
И работа на заводе? За 70 рублей в месяц. Без малейшей перспективы купить на эти 70 рублей. Допустим, те же кроссовки Adidas. Вот мы на них что-то остановились, но пусть будет так. Можешь достать не только такие кроссовки, которые являются для тебя пределом мечтаний где-то в спортивном магазине. Мы выросли в обществе, в котором всегда формировался образ некоего врага, будь то империалист за океаном или провинциал с авоськой в московском магазине. А теперь дети провинции пытаются истребить корень зла, попросту разувая и раздевая своих московских сверстников. Так что же, так и будем искать врагов друг в друге? И станет ли хоть кто-нибудь чуточку счастливее от этой все ожесточающейся борьбы? Ты представлял когда-либо гопником своего сына? Нет. Может быть, к этому времени все это кончится.